домой. Остановки у нас тут на заправках. Такие вот завтраки. Водичка. Бурки. Рубль 80. Масло на рубль 70. Здесь уже горячее. Даже супы есть. Невероятно. Ломаешь. Сейчас возьму кофеёк на улицу. Полчаса ждем ребят со Словении. Что у нас тут в Макдональдсе? Тоже завтраки. Пироги. Я всегда в дорогу беру шоколадку. Посладить себе жизнь. Полчаса у нас есть времени. Дали нам нас большая тут остановка. Гуляем. Здесь есть заправка. Ну, с магазином, с туалетом. Макдональдс. И там еще внутри какое-то кафе, кофейня. Ну что, мое утро в Украине. Мы прибыли. Мы уже в Ровно. Еще одна остановка в Житомире. И будет следующий, будет Киев. Так что очень скоро я буду дома. Смотрите, на них пиджи. Руки помыли, туалет. Солнышко, хорошая погода в Украине. Не холодно. Позавтракаю. И буду смотреть в окошко. На немецком автобусе. Первый раз еду. Обычно на Сетра. Большой автобус.